Всем привет, с вами канал Тхагер Наутплей. И это мой очередной первый взгляд по игре Murasaki Baby на PS Vita. Эта игра относится к жанру приключения. Размер игры составляет около почти 1 гигабайт, в общем. Что можно сказать по игре? Играем за маленькую девочку. Она потерялась. Испуганной маленькой девочки, которая проснулась одна в странном, полном тьмы мире. Отчаянно нужна ваша помощь, чтобы отыскать свою маму. Пустите ход сообразительно, чтобы провести малышку по полному опасностей. И объясните ей разницу между хорошим и плохим, сохранив ей хорошее настроение и жизнь. Ну что ж. Так, давайте начнем новую игру. Я там чуть-чуть так побегал. Ага, надо шарик взять. Вот, лопнули. Да. Ну, я там далеко не пошел. Так, чуть просто посмотрел игрушку. То она себя представляет. Вот, мы идем маленькой девочкой. Мы уже идем или что? А нет, это загрузка на карте. Такая тоже графика необычная, такая разрисованная. Вот мы спим. Почему-то у него рот на голове находится, на лбу. Не выходи туда, сиди дома. Сидела бы лучше дома. Так, вот мы, собственно, берем ее за ручку и ведем. Давай, давай, пошли. Не бойся. Хватаем ее под ручку и ведем. Такому мрачному месту. Какие-то щупальцы вон. Так. Он напугал нас, надо шарики вернуть. Какой-то монстр нас напугал. Наш шарик из рук выронила. Так. Здесь нам надо лампочку вот эту хватать. Она просто темноты боится. И вешать ее вот сюда. Не бойся, не бойся. Тем. Скрипит, орёт там. Ой-ой. Чувак тут то шариком. Пугали нашу. А, можем выбирать теперь пейзаж. Какой лучше будет? Это как-то помрачнее, наверное. Не, давайте вернем старый. Старым ей как-то повеселее будет. Так. Что ты пытаешься сделать?
Так, что тут нам надо делать? Так. Что ты хочешь там делать? Так, я не пойму, что тут. Да, может обратно вернуться. Лампочку. Чего он хочет сделать? Никак не может. Так. Никак он не может толкнуть. Так, ну что тут? Во, надо было напугать его. Так, надо шарик вернуть. Так, идем дальше. Так, а эти только летают. Ой. Они мой шарик хотят продлять. А, вы козлы. Мой шарик продлели. Надо нам как-то быстрее пробегать, что ли. Быстрее, быстрее, беги, быстрее. Нет, все равно догоняют собаки. А что делать? Интересно. Давайте-ка лучше положу. Может как-то бежать. Еще шарик. Уворачиваться. А, опять не успел. А может можно с другой тач-панелью как-то? Или пугать может надо? Сейчас проверим. А, и шарик все равно лопнул. Ну пугать их можно. Но она так не ходит.
Ай, она упала еще. Иди, иди. А, разбил. Не очень это удобно играть. Так. Так, ну давай вот так мрачно попробуем. А, так напугать не сможем. В принципе, мы и так как-то пробежать смогли. Так, выровнял. А он шарика не дал. Шарик теряю пальцем. Давайте последний раз попробуем. Нет, так закончу видео. Вот, сейчас упади еще. О, мы прошли. Да, перепрыгивай. Да, прыгай. А, поймали. Все, мы не дошли до мамы. Я думаю, на этом свое видео закончу. Вот такая вот игрушка. Скачивайте, играйте. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.